Всем привет! Сегодня ездили в светофор. Купила такие продукты. Сыр швейцарский. Кило 456, кусочек на 205,20. Колбаса русская вареная. Цену сейчас надо в чеке смотреть. Недорогая колбаса. Так, колбаса 197 рублей. Вот эта палочка вышла. Ну, попробуем. Она с жирком должна быть. Что, я такую ни разу не брала. Салфетки 200 штук в каждой пачке по 25, по-моему, рублей. Вот такой вот рагу папик взял с грибочками. Не знаю, ни разу не брали. Попробуем. Кусок свинины вот такой вот. Где-то был на 586 рублей. По 180 рублей килограмм. Печень свиная, по-моему. Сейчас посмотрю, сколько за печень. Так, печень по 97 рублей килограмм. Свиная, да. На 131 рубль. Такой кусок. Дальше. Ножки, бедрышки, как это называется. Короче, ножки. Нет на этом. Сейчас, ладно, в ценнике посмотрю вам. Голень 169,70 килограмм. У нас получилось кило 446 на 245 рублей. Потом так, это говядина наша. Мы ее там не брали. Молоко на 187 рублей. Пангасио, морской язык. Сейчас скажу. 228,20 стоит килограмм. Мы взяли на 312 рублей. И вот бедрышки куриные. Я, по-моему, 12 штук положила. 12 штучек. Такие хорошенькие. Не наколотые ничем. Бедро вышло на 340 рублей. Тут у меня 2,270 вес. По 149 рублей за килограмм. Вот такой вот контейнер купила. Коробка для хранения с крышкой. Стоит 116 рублей. Я сюда муку хочу насыпать. Очень удобно будет. Итак. Ущерб 2470 рублей. Такие покупки сегодня. Понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем мира и добра. И всем пока-пока.